этот трансформатор Tesla работает на 100 кГц. С этим телефоном снимать не могу, он сразу выключается. Я буду тут прикасаться, эта пластина будет как-то подниматься. Откалибровал Тесла. Вот между пиками и пиком тут 10 микросекунд. Это значит, что секунд должна быть одна клетка как раз 100 кГц. Вот идет трансформатор на эту пластинку. Там идет на это все. Потом тут подцепил крокодильчиком эту фольгу, потом от этой пластинки на красный провод идет на эту фольгу. Вот потом длинные 2,5 ампера. Баньонку возьмешь. А вот. Это мне. А вот.
еще вот это все. Теперь 200 километров. 100 кГц, а качается на второй гармонике и получается 200 кГц. Вот можно включить, проверить, что идет пуш-пулок от пуш. Получается на третьей гармонике 67 умножить на 3 будет 203 кГц, наверное. 6 на 3 будет 180, ну да, ведь на третьей гармонике скачал. На второй, наверное, не знаю, нужно только на некратный. Если, например, настроено 100 кГц, наверное, ничего не получится. Я посмотрел, на сколько получается, на 3, на 67 выше амплитуды. Вот это на 67 кГц. А вот теперь подкручу будет на 100 кГц.